Отворот на самого себя. Это можно. В чем суть? Человек накладывает на себя отворот, когда он испытывает чувства к другому, с которыми не может справиться. Как правило, это безответная любовь. И если человек с кем-то расстался или испытывает безответные чувства, его это гнетет. В такой любви нет ничего хорошего, она приносит только боль, страдания, унижение. В общем, ни к чему хорошему человека она не приведет. И если у него есть возможность, то он либо обращается к магу, либо самостоятельно пытается как-то заглушить эти чувства. А как это делается? Мне задали такой вопрос. И как делать отворот в чистом виде, я рассказать в открытом доступе не могу. Как минимум потому, что если я расскажу, то это смогут использовать во зло. То есть поссорить двух людей, заставить кого-то перестать любить другого человека. Но как воздействовать на самого себя, я постараюсь с вами поделиться. Для того, чтобы наложить на себя отворот, который заглушит вашу любовь к какому-то человеку, несколько приглушит в целом все ваши эмоции, и вы будете чувствовать все как сквозь вату, нужно делать следующее. С утра пораньше берем дающую руку и выпускаем из одного или двух пальцев поток энергии. Потоком энергии чертим крестик у себя на сердечной чакре. Просто косой крест. Все. Вы заблокировали часть исходящей энергии и часть функций сердечной чакры. Она продолжит работать, вы не умрете. И примерно через сутки это нужно будет обновить. То есть каждое утро чертите крестик на сердечной чакре, и будет вам счастье. Точнее, не будет вам эмоций. Это достаточно простая практика, которую невозможно использовать на другого человека. По крайней мере, я такой возможности не вижу. Которая будет действовать только на вас и которая поможет вам справиться с эмоциями. Но стоит учитывать, что воздействие это делается обычно на полгода, год. То есть она дает возможность человеку пережить этот период, справиться с эмоциями, отпустить ситуацию, а потом... Я рекомендую провести чистку. Как делать чистки, я уже рассказывал. Или можно обратиться к специалисту, например, на моем сайте. Почему нужна чистка? Потому что любой перекос в энергетике – это ненормально. И плохо работающая сердечная чакра в течение полугода, она уже может начать негативно сказываться на вашем здоровье. Если пройдет год, и вы ничего не сделаете, то есть не снимете все эти массовые воздействия, которые накладывали сами на себя – то боюсь, что ваша сердечно-сосудистая система, с которой связана сердечная чакра, может очень и очень сильно пострадать. Поэтому будьте осторожны, поставьте себе какую-нибудь напоминалку, дабы случайно не умереть от собственного воздействия. Благодарю за внимание, с вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxsargas.com, обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу практической светлой магии, приобретайте мои амулеты, мастер-классы и книги. До встречи!